Итак, конец недели под знаком белорусско-российского диалога. Об этом не только завтра, в 9 вечера в главном эфире. Бочаров ручей в потоке встреч президентов. Прозрачные и братские пути народов. Я уверен, что мы до конца года эти вопросы развяжем. И премьера союзных премьеров. Из Сибири с любовью. Запасаемся таблетками для белорусской атомной станции. Вот такая одна маленькая спрессованная таблеточка может обогревать частный дом на протяжении недели. Атомный репортаж. Белорусы – первые телеиностранцы на закрытом российском объекте. Абсолютный эксклюзив главного эфира. Главный эфир. Хорошая воскресная традиция на «Беларусь-1».